Лора, добрый вечер. Сейчас едем из офиса, и кое-какие уточнения по начислению наших комиссионных я могу уже сообщить достаточно точно. Мы знаем, что сейчас система проходит целую серию апгрейдов. Почему? Впервые используется система оплаты наших пакетов в двух монетах. Это сложная техническая задача, которая не решается в скоростном режиме и выдает некоторые ошибки в оплате с Eagle Gold Social Coin. Мы уже об этом говорили. Я уже повещала всех партнеров о том, что апгрейд и системы в этой части проводятся именно для верификации уточнения систем оплаты в Eagle Social Gold Coin. Мы видим, что сейчас начисления идут уже более корректно. Все еще эти два дня, Мигель Гомес два дня назад дал еще два дня для корректировки и попросил всех партнеров наблюдать за ошибками до конца недели, чтобы знать точно, в какой фазе, где не срабатывает еще система в учете Eagle Social Gold Coin. Но на сегодняшний момент вот директор нашей IT-группы сказал, что практически система уже верифицирована. Поэтому после окончания этих работ, конец этой недели, сейчас он корректирует все без отключения на апгрейд, без закрытия системы. Конец недели даст окончательный апгрейд, как нам сейчас объяснили, и мы уже сможем понимать, как учитывает система в двух коинах PTC, как мы получаем по бинару. Более ясная картина складывается по работе самой системы в двух коинах. На сегодняшний момент начисление по первой и второй линии по партнерству приглашения людей на контрактной основе будет получено после верификации системы. То есть все те, кто спонсировал партнеров, привлекал на получение коинов по контракту, то есть закрывали определенные суммы контрактами, мы не получили 5,2% по системе. Это после верификации всей системы функционирования Eagle Gold Social Coin. Это говорил Мигель Гомес. Что касается апгрейдов, сегодня 28 число. Я напоминаю, что у нас уже многократно говорилось о том, что месяц закрывается 28 числа, но ежемесячно это расчет нашего пассивного дохода. Поэтому все те, кто сделали апгрейд по сегодняшний день включительно до 12 часов ночи по Португалии, либо 3 часа ночи по Москве, 3 часа утра, вы получите первые начисления 28 числа мая. Все, кто с завтрашнего дня начинают делать апгрейды системы своей, своих пакетов, да, на увеличение пакета входа инвестиционного, вы получите первые начисления по пассиву 28 числа уже июня. Месяц спустя, если вы 29 либо 30 марта сделали апгрейды, это уже следующий период зачетный месячный, это у нас июнь. Поэтому, если кто-то хочет сделать сегодня еще апгрейды, это зачет на получение дивидендов по нашему пакету 28 мая. Прошу это учесть. Еще один уточняющий момент по поводу баллов в бинаре. Мы все у себя в бэк-офисе, в дашборде видим две позиции – биткоины и Eagle Social Gold Coin. Правая, левая сторона, но в двух монетах. Это монеты в PTC. Неважно, какая у вас монета на этом этапе заходит в бинар. То есть последняя оплата в бинаре, какой монетой была сделана, вы в такой монете получаете вознаграждение за закрытие бинара. То есть у вас последний завод был, допустим, в биткоинах, у вас бинар щелкает в биткоинах. Если вы заводили в Eagle Social Gold Coin, вы получаете в Eagle Social Gold Coin. Но все баллы учитываются суммарно. Если, допустим, много вопросов партнеры задавали, если у вас закончились оплаты в Eagle Social Gold Coin и партнеры платят в биткоинах, неважно, у вас суммарно зачитываются баллы, потому что PTC у нас идет в долларах. У нас один PTC балл равен одному доллару. Просто если не будет уже биткоинов, система будет пересчитывать и уменьшать баллы в Eagle Social Gold Coin. Такое пояснение сегодня дали вышестоящие партнеры и IT-группа.
Надеюсь, мы получим более точное разъяснение, как только вся система выровняется в функционировании в двух монетах. Это сложный период тестовый. Все, кто заходят на сегодня и проплачиваются в биткоинах, мы видим, что система работает нормально, в биткоинах все оплаты идут нормально, зачет всех комиссионных в биткоинах идет. У нас двойная система у всех партнеров старых, поэтому мы учитываемся в двух коинах. На перспективу желание компании все-таки переходить на оплату Eagle Social Gold Coin, но это принесет новые перспективы, новые возможности. Я думаю, что мы получим точные разъяснения, как это работает, чуть позже. Global Star Club. Возможности безграничны.